Камчатский следком предъявил обвинение двум мужчинам 23 и 35 лет в совершении изнасилования 17-летней девушки-инвалида. По версии следствия, в вечернее время 5 октября обвиняемые вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся ребенком-инвалидом. Причастность третьего мужчины к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней проверяется. Органам следствия в ходе расследования уголовного дела установлено предположительное место совершения преступления – металлический гараж, принадлежащий одному из злоумышленников. Обвиняемые допрошены. Вину в инкриминируемом преступлении отрицают. Органам следствия назначены экспертные исследования, в том числе направленные на выявление биологических следов совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России.